Москва и северная столица Молдовы, муниципи Бельцы, за последний год стали намного ближе. Это произошло после того, как мэром молдавского города стал Рената Усатый. Международное сотрудничество стало одним из главных направлений деятельности Усатого на посту градоначальника. В Бельцах побывали многочисленные делегации из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Подписаны соглашения о побратимстве, а бельская молодежь отправилась учиться в российские вузы. Прошлой осенью состоялась встреча Усатого с Сергеем Собяниным, а весной гости из российских мегаполисов побывали на праздновании Дня города в Бельцах. Москвичи преподнесли бельцам к празднику новую уборочную технику. Сотрудничество развивается. 10 сентября Рената Усатый по приглашению мэра, московского правительства и городской думы стал почетным гостем на праздновании Дня Москвы. Российской столице исполнилось 869 лет. От имени всех бельчан, от имени всех граждан Молдовы поздравляю москвичей. Усатый обратился с поздравлениями в онлайн-трансляции прямо с Красной площади. Рядом с ним на праздничной трибуне были все почетные гости, в том числе главный – президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Позже Усатый опубликовал поздравления москвичам в День города. 10 сентября Москва празднует День города. Белокаменной исполняется 869 лет. Хотел бы от имени бельчан и абсолютного большинства граждан Молдовы поздравить москвичей с этим радостным событием, написал Усатый. Благодаря жителям столицы, правительству и мэрии Москвы по-настоящему уникальный мегаполис многовековой, славной истории и в наше время меняется к лучшему каждый день. Мы рады дружбе с Москвой, а когда дружат с семьями, ходят друг к другу в гости. Представители российской столицы побывали на праздновании Дня города Бельцы 22 мая и привезли в качестве подарка 2 единицы специализированной уборочной техники. Я же с радостью принял приглашение московского правительства принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню города Москвы, рассказал мэр Бельц. Рената Усатый подчеркнул, что за прошедший год состоялось множество встреч на официальном уровне. Мы сделали большой шаг вперед в плане развития сотрудничества. Важнейшим этапом укрепления взаимоотношений стала наша встреча с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, заявил бельский градоначальник в своем поздравительном послании. По словам Рената Усатого, день ото дня на уровне городов поддерживается и укрепляется дружба между народами Молдовы и России. Сопричастность к этому процессу наполняет мою жизнь дополнительным смыслом, заявил мэр Бельц. Напомним, что Рената Усатый находится на официальных празднованиях Дня города Москвы по приглашению мэра Москвы, правительства Москвы и Московской городской думы.